Армения и Азербайджан в очередной раз обменялись пленными в рамках трехстороннего соглашения по Карабаху. Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен обмен пленными между Арменией и Азербайджаном. Двое находившихся в плену азербайджанцев доставлены в Баку, четверо армян в Ереван при личном посредничестве командующего российскими миротворцами генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, говорится в сообщении Минобороны России.